Рассказ о деятельности Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского в фильме «Оружие». Одновременно в ЦАГе приступили к исследованиям в области морской авиации и быстроходных торпедных катеров. Специально для этих целей был построен уникальный гидроканал. В институте развернулись широкие и разнообразные исследования в области гидродинамики. Практические испытания велись на особом объекте. Гидроканал ЦАГИ, точнее опытовый бассейн ЦАГИ, имеет длину 210 метров, ширина зеркала воды 12 метров. Он имеет рельсовый путь шириной 8 метров, который находится на консолях, образованных выступами на бортах канала. По этому рельсовому пути движется буксировщик, который может двигать вдоль поверхности воды различные модели различных объектов – гидросамолетов, катеров, кораблей и так далее. Этот бассейн является в большой степени уникальным сооружением. Особенно он был таковым в 30-е годы.